День добрый, уважаемые коллеги. Я поздравляю вас с началом юбилейной конференции, которая позволит вам обменяться мнениями, высказать мысли, которые могут упасть зерну взращивания, возможно, очередной прорывной какой-либо идеи. Я хочу сказать, что военмех – это не просто, как говорил Филиппов в известном фильме, афиша, касса, а это действительно имя. И не просто имя, а имя, подтвержденное своей научной основой. Это институт, который дает фундаментальные знания, позволяющие двигать, и не просто двигать, а прорывать иногда науку в нужных направлениях, и не только в космосе, но и в параллельных, и может быть даже на первый взгляд не сопряженных с космосом областях. Именно уровень знаний, который дает военмех, позволяет это делать не просто, а со знаком качества. Я хотел бы пожелать вам успехов, прорывных идей, чтобы то окно возможностей, то открывается, то оно никогда не закрывается, оно прикрывается, а сейчас снова идет на открытие, чтобы оно открылось еще больше, чтобы позволило вам реализовать себя не просто как ученого, но и как и личность. Потому что эти два понятия, они не просто совместимы, они неразрывно связаны. Ученый и личность, творец и личность. Я думаю, что военмех выпускает личности. Реализуйте их. Я желаю вам на этом пути успехов. Большое спасибо.